Что может быть лучше ароматной и вкусной домашней выпечки к завтраку? Ну разве что, если это будут австрийские булочки Buchteln, Buchteln, ведь австрийская выпечка одна из лучших в Европе. Хотите хоть на время превратить свою кухню в венскую кофейню с ароматом свежеиспеченных булочек и кофе? Тогда побалуйте своих близких вкусными булочками Buchteln. Это очень просто. Справится даже неопытная хозяйка, если будет следовать пошаговым рекомендациям к рецепту. Хорошего и вкусного вам утра! Досмотришин видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. Теплое молоко, температура не выше 38 градусов, добавьте дрожжи и 1 столовую ложку сахара от общего количества, размешайте и поставьте в теплое место на 10 минут. Вбейте 1 яйцо, добавьте растопленное сливочное масло. Всыпьте в муку остатки сахара, ванильный сахар и щепотку соли, размешайте. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всыпьте смесь муки в молочно-масляную смесь, занесите тесто миксером с помощью насадки крюк, вымешивайте 7-10 минут до гладкости, если вымешиваете руками, то тоже не менее 10 минут. Накройте тесто пищевой пленкой и поставьте в теплое место для брожения на 1,5-2 часа. Тесто должно увеличиться в объеме не менее, чем в 2 раза. Разделите тесто на 8 равных частей, подкатайте в шар. Раскатайте шар в лепешку диаметром около 10 см, в центр лепешки выложите джем. Соберите концы лепешки в узелок, хорошо закрепите концы. Как следует смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите булочки в форму швом вниз, накройте пищевой пленкой, поставьте на расстойку на 1 час. Через час булочки увеличились в объеме, разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте булочки выпекаться на 20-25 минут. Готовые булочки слегка охладите, присыпьте сахарной пудрой. Приготовьте кофе или чай и представьте себя в венской кофейне, это наслаждение, я вас уверяю. Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Молоко 100 мл, дрожжи 5 грамм, сахар 60 грамм, сливочное масло 75 грамм, 50 грамм, тесто 25 грамм, для смазывания формы перед выпечкой, яйцо 1 штука, пакетик ванильного сахара 1 штука, джем абрикосовый 100 грамм, начинка может быть любая, сахарная пудра 1 столовая ложка, соль 1 щепотка, мука 280 грамм, количество порций 8. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!